Производители видеокарт реагируют на запрет Китая. Как известно, Китай запретил ICO, и это повлияло на весь рынок. Акции компании-производителя видеокарт NVIDIA также продемонстрировали тенденцию к снижению, прямо пропорциональную биткоину. По информации с портала MarketWatch, корреляция происходит из-за слухов о том, что производители видеокарт переключились на продукцию, ориентированную на майнинг. Марк Липакис, финансовый аналитик компании Jefferies, глобальной инвестиционной компании, прокомментировал, что в ближайшей перспективе риск криптонаправленной коррекции стоимости незначителен. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан отметил, что другие криптовалюты будут компенсировать продажи, и он не ожидает их снижения в ближайшее время.